нас сейчас план, девочки? План пойти по дорожкам ходить. Кардинала хочу найти, птичек разных, белочек, черепашек. Ты хочешь найти кардинала, а я хочу найти генерала. Что, снимаешь там апартамент? Мне нравится, он один генерал уже сидит на гармошке играет. Мама, вот это какой авеню здесь? Вот это? Пальчики убери, авеню, да? Пальчики убери, пожалуйста. А? Нет, здесь Мэдисон. Мэдисон? А Парк авеню на одну? Дальше, туда, да? Дальше. На одну? Лексингтон будет. Нет, нет. Парк, а потом... Слушай, я уже забыла. А Мэдисон... на какой Наде жила? На какую Наде жила, мам? Подожди, Мэдисон какая-то еще, а потом уже Парк Эвеню. А Нази на какой жила Эвеню? На Парк Эвеню. Они же, у них адрес был Парк Эвеню? Да. Я уже тоже забыла. Я помню, тебе письма все посылала. Парк Эвеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Лорочка, ну что, пойдем? Она не хочет, чтобы ты снимала. Не хочет, ну не буду. Не буду, Лорочка, не буду больше. Не буду, моя сладкая, не буду я тебя тревожить. Я вот дяденьку вон того снимаю, который на гармошке. Ну, пошли, все, давайте. Надо пока... Ой, убежала одна, жалко. Они целовались прямо, Ир. Мам, тебе... У этого очень коконьки большие, вот у этого. Это мальчик. Мальчик, наверное. А тот девочка, да? Он другого мальчика прогнал, мне кажется. Слушай, а они девочка... прям целовались, я видела. Да? Прям губы в губы. Он другого мальчика прогнал. Да? Да, конечно, они же, конечно, из-за самок дерутся. А там, наверное, девочка сидит. Ага. А мы пришли, подошли, и они сразу... Это кто, мальчик? Вот этот нижний, да, Ир? А, у него коконьки. Лора, это твоя песня. Мартын, Мартын, Мартын повесил коконьки на тын. Лора. Мам, ты знаешь, что он сейчас делает? Он следит, чтобы другой мальчик не девочке не подошел. Да? Ой, как он прям такую позицию, прям очень агрессивную он занял. О, какие белки, мальчики. Ну, настоящий полковник. Ах, какой был полковник. Ну, настоящий. Ага, она ждет его. А вон та девочка, его подружка, его ждет. Никуда не убегает. Вот это да. Это личные семейные вон почти отношения. Две белки, да? А третий лезет. А третий лезет, соперник. О, слушайте, в этом парке так интересно. А где он? Я его потеряла. Вот он, третий. Там два у них. Два мальчика. Два мальчика и одна девочка. Что же у них девочек-то не хватает? Видишь, мама, у двоих коконьки, у одного нету. У двоих коконьки, у одного нет. Видишь, залез который, у него коконьки тоже, да? Да, это тоже мальчик. Вот а как они тут даже могут драться. На дуэль вызовут. Слушайте, так интересно наблюдать. Я даже уходить отсюда вот никак не уйдешь и все. И таких белок-то нет, которые по деревьям лазают. И камеру не выключишь, потому что а так хочу. Да, все, ладно, я закрываю камеру. Пусть они тут что хотят, то и делают. Пока. Тот, наверное, полковник, а ты, наверное, кто? Майор? Или прапор? Если он еще повыше залезет, будет драка. Сейчас драка будет. Мужики дерутся. Мужики дерутся, вау, пшикают друг на друга, пшикают. Мам, даже белки из-за девочек дерутся. Да. Ой, вот только камеру включила, и они драться перестали. Сейчас опять, наверное, будут. Давай, давай, покажите нам дуэль. Дуэль коконик. Слушай, такая стойка, хвост кверху, трубой. Такая стойка бойцовская. Что у одного, что у другого. Я не могу. Я такого вообще никогда не видела, мам.
чтобы они дрались из-за одежды. Этот пошел к девочке. Тот, видимо, сильнее, тот сильнее. Да, тот пошел к девочке. Девочка не убегает, она его ждет. Да, все, все, он на девочку нападает. Он уже... Ой, а этот за ними пошел. Боже мой, ребята, тут такая интрига. Тут прям такая интрига. Этот прям пошел, пошел настырный. Девочка сидит вон там, вы видите девочку? Девочка вон там сидит. О май гад. Короче, тут разворачиваются такие события. Чем закончится, я вам потом скажу. Не сдается. Я потом вам расскажу, иначе у меня пленка вся уйдет на этих бег. А вон четвертый еще идет. Слушайте, черепашку мы идем обратно по тропиночке. Туда же уже через сколько, часа полтора прошло? Ну да. Черепашка ожила, бежит куда-то к ручью, я так думаю, да, Ир? К воде куда-то, да, да. Куда-то она к воде идет, а мы сейчас пойдем посмотрим ее ямку. Да. Какая там ямка? Вот видите, тут столько много места без тропинки, под кустами. Но, посмотри, ей туда не пройти. Ну да, тут все загорожено. Загорожено все. Да, вот она идет. Идем по тропиночке. В Манхэттене, в Центральном парке. И вдруг увидели вот это вот чудо. Просто на тропинке, на лесной, можно сказать, черепаха. Ой, я первый раз такое вижу. Ира, посмотри, у нее сколько воды там какой-то. Откуда эта вода? Она ямку копает. Она копает ямку, чтобы ей яйца, наверное, выкладывать. Вон она какая черепашечка. Она вот терпит нас. Мы стоим тут рядом. Она терпит. Она что-то пришла же зачем-то, да? Она именно это место выбрала. Причем место-то на середине тропинки. Ой, как удивительно. Просто я вообще не могу осознать, что я такое увидела. Сколько раз сюда хожу, первый раз увидела вот такое чудо. Видишь, она лапками задними что-то копает, по-моему, она, да? Она копает, и там воды, главное, много. Откуда эта вода там? Сухая тропинка, а там вода, Ир. Не знаю. Я вообще в шоке. Или она что, из себя воду выписывает? Не знаю. Да нет, откуда у нее столько воды? А может, она воду чувствует, что там вода близко? Ну что, пойдем дальше, да? Вон она задними лапками копает, копает прямо. Копает и копает там. Ой, как интересно. То одной лапкой, то второй лапкой. Здравствуй. Как мы тебя назовем? Как мы тебя? Мы тебя назовем Нелечка. Неля. Мы можем попробовать сюда прийти еще опять потом. Да. Нелечка, мы пока уходим. Мы тебя не будем тревожить. А потом мы придем и посмотрим, что ты дальше будешь делать. Только нам надо запомнить, как мы сюда... Ой, я не могу даже камеру оторвать. Вот я запоминаю то место. Представляете, какое место, вот где она прям вот на лесной тропинке. Ну, правда, сюда народу мало заходит. Что-то нас сюда потянуло. Мы пошли дальше. Ох, мы после ланча еще сюда вернемся. Да, 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 Ирочка, я знаю. Я идем, идем. Мы идем навстречу у Грея сейчас ланч. И мы идем... По тропиночкам белки замерли. Увидели? Ай, не буду я вас трогать, глупенькие. Ай, какая ты. Ай, играются. Да? Надо обойти, да. Ой, вот здесь такой вид красивый. Там на берегу этого пруда ресторан. Зелень. Тут вот такой камень. Люди сидят, отдыхают. А мы на камешке стоим. Отдыхаем тоже. Ой, как красиво, а? Иду, девочки, иду. Санитайзера. Ой,
Санитайзер, да, надо. Так, что мы сегодня взяли? Суп, картошка. Гамбургеры. Это американская кухня. Ира. Would you get forks? Ира, вот это вот, американская кухня, Ир. Вот это. Да, это точно. Соусы. Так, вот это вот туна салат, это мой. Это твой грик салат. Вот это все чаю еще. Вот это все стоит 32.52. Это мы в Центральном парке, в кафешке. Все голодные кругом ходят. А я, ну, я не очень голодная. Но так как нам надо покушать, вроде бы надо... А покушать. Я голодная всегда, что-то, Ир. Я когда гуляю, я такая голодная всегда. Почему салфетки все время вот так? Греческий салат с кусочком с брынзы. Три помидорки вот таких. Вот они, брынза, это фета. Фета чиз, да? Она. Вот. Дальше. Три кусочка огурчика. Нет, 4 или 5 было. И травы целый килограмм. Это американская кухня. Ну, это часть только маленькая. Это греческий салат. Американская кухня, но греческий салат. Так что рекомендую траву летом. Ой, меня посадили на диету. Ребята, хочу пожаловаться. Ну тогда вот это не показывает, там диету посадили. Ну, диету без картошки я не могу. They put me on a diet. I said, then don't show the french fries. French fries это как десерт. Хороший. Это грязная, что ли, здесь лежит, нет? Нет, она просто упала. А это суп. Chicken noodle суп, да? Ага. Оно, оно. Короче, смотрите, у меня какой сэндвич сейчас будет. Нудный суп. Там туна, а это вот у меня сэндвич такой. Вау. Окей. Вот они что так просят, глупенькие еще, да? Дерутся между собой, дурачки. Что-то они рты подкрывали, уже готовы. А, наверное, да, они так просят. Ай-яй-яй-яй-яй, глупые. Маленькая, куда ты дальше пойдешь? She knows. Окей, давай. Good luck. Топ-топ-топает малыш. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Пойдем твою ямку посмотрим. Все закопано. Вот это ямка, где сидела черепашка. Да, ну мы не хотим как бы... Да, мы рушить не будем. Интересно посмотреть, но вдруг мы ее яйца как бы сломаем, да? Да, да. Не будем ломать, не будем, да? Ломать, да, да. Вот, все, вот. Прям на дороге выкопала ямку, сделала там себе гнездышко и хоть бы что. Потому что ей не пройти никуда, он там все закрыто, да. Конечно, куда ей яйца? И она вот по этой тропинке поперла и дальше повернула направо. Пойдемте еще посмотрим ее, мама. И пошла по тротуару. Вообще цветущих деревьев очень сейчас мало, вот таких полудиких как бы, да? Белки тоже. Я даже не знаю, что это за дерево. Ну, очень красиво. Я думала липа, но нет. Не, ну что ты, Ирочка. Видишь, какой у нее ствол такой вот чешуйчатый. Ствол маленький похож. Не, да. Похож. Там птички гуляют. В общем, мы как будто не в Центральном парке, а в каком-то вот в таком диком-диком лесу. В диком-диком лесу. Так здорово. Народ весь как-то расходится по своим тропиночкам. Вот. И... Как-то вот тихо здесь так становится, хорошо.
Народу мало. Прелесть. Вот она приползла. Может быть, она... Нет, нет, дальше поползла. Очень маленькая дырочка в заборе. Она ищет дырку в заборе, чтобы ей проползти туда, вот на ту сторону. Так интересно, она ищет дырочку, прям смотрит внимательно на все эти штуки. А вот и я. Ой, немножко разлохматилась. Не люблю лохматиться, ну да ладно, куда денешься, когда по горам, по долам лазаешь. Очень жарко и соленое, лицо соленое даже. Вот, я говорю, Центральный парк — это такая кладезь тишины, покоя. Даже вот гуляешь здесь, народу мало-мало кругом, и кажется, как будто ты где-то в глухом лесу порой. Да что замечательно, слушайте. А вы меня можете сфотографировать? Да, конечно. Ой, жарко сегодня, 30 градусов у нас. Ну, в тенечке неплохо, конечно, но лучше, чтобы где-нибудь в воде сидеть в это время. Мне очень нравится Центральный парк. Здесь находишься как будто в лесу. Верочка фотографируется с черепашкой. А как же маленькие черепашки, когда они вылупятся, Ир? Как же они поползут? Там же очень далеко. Очень далеко это. Нас боится, мамок, пойдем. Очень далеко вода. Куда они ж денутся, маленькие? Вот чего интересно. Странно. Думаю, там какой-то интересный такой, я не знаю. Думаю, мостик, да, какой-то? Какой там мостик или что-то? Смотровая площадочка какая-то. Тут столько уголочков неизведанных. Это просто вообще, не знаю, тут можно гулять каждый день и что-то новое для себя открывать, да? Эти камни большие. О, такие. Мама, вон подошел. Черепаха-то вон она куда, наверное, ползет, к воде. О, да, наверное. Вот голдэ, мам. Пойдем туда, ладно? Ага. Сейчас. Вот здесь лесенка есть. Сейчас я спущусь по лесенке. Вот здесь красиво, мама. Да, вот смотрите, как здесь здорово. Просто прелесть. Черепашка сюда, наверное, ползет. Вон там, видите, в ручейке птички купаются. Прелесть. Мы сегодня почти целый день гуляем в Центральном парке. Здорово. Ай, молодцы, птюшечки, молодцы. Ирочка меня фотографирует, а я ее снимаю. Моя девочка любимая. Я иду к тебе. Я иду к тебе. Она меня не слышит. Я иду к тебе. Да, иду. Смотрите, как здесь красиво. Боже мой. Слушайте, приезжайте и гуляйте вместе с нами. А я пошла по лесенкам вниз. Ира залезла вниз. Ну как, теплая? Нет, но и не очень холодная. Да? Здорово. Среди камней и зелени. Я не ожидала, что такое красивое место можно найти. Ты знаешь, я сколько здесь бываю, а в этом месте я ни разу сама не была. Правда. Found blackberries. Ежевика. Mm-hmm. Ежевика. Mm-hmm. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. А мне сидеть, а мне сидеть, а мне сидеть охота. А мне лежать, а мне лежать, а мне лежать охота. И прыгать, и скакать, и петь, и говорить. Ой, вообще-то я подустала.
сегодня столько мы километров накрутили и вышли вот к этому замечательному озеру. Сейчас я вам покажу, и там будет на фоне этого озера будет прямо настоящие высотки. Вы их уже однажды видели, между прочим. А тут девочки мои там крутятся с ручеечком. Ручеечек, ручеек, ручеек. Там парень с девушкой сидели. Это девочки золотые слитки ищут. Тут золотоносная река. Ручеек такой. Ну, крошечный ручеек. Красиво, не правда ли? Очень красиво. И здесь красиво, не правда ли? Слушайте, вдруг потемнело, тучи набежали. Я сейчас по лесенкам поднимаюсь. Я вообще не знаю, что дальше будет. Мы сейчас в грозу будем попадать. Фонари уже зажгли. Там фонарь, видите? Вот. Так что фонари зажгли, мы бежим от грозы. А куда бежим, бежать некуда. Сплошные мостики, тропинки. И все, больше ничего. Ай! Окей, окей, окей. Эксерсайз, эксерсайз. Эксерсайз. Все, закапало. Слушайте, такой ливень пошел. Ой, с ума сойти. Я под дождем иду, но все, уже вся намокла спина у меня. Девчонки мои побежали. Ой, слушайте, о, романтика с большой дороги. Ай! Здорово, слушайте. Так тепло-тепло, жарко и мокро. Обалдеть! Ой! Ой, выключаю камеру, пока-пока! Вот это 5-я авеню, Центральный парк. А мы идем к Грейсичке. Дождь уже почти закончился. А мы идем к Грейсичке в галерею. Она сейчас в 6 часов заканчивает работу. Галерея находится прямо около Центрального парка. А, примерно вот где балкончики, да, вот эти, Ир? Вот, по-моему, вот этот билдинг или следующий, я не знаю. А, где-то вот здесь рядышком галерея. Так что мы идем к ней, ее встречаем. Но мы такие мокрые. Слушайте, мы такие мокрые. Вот дождь, мы сейчас самый дождь. Бежали по Центральному парку. А сейчас вот дождь заканчивается. И мы... в мокрых штанах пойдем в галерею. Вот мы сейчас дошли до Грейсичкиной галереи, где она работает. Она находится угол Мэдисон Эвеню и 73-я стрит. Вот. И она находится вот на втором этаже. По лесенке поднимаешься. И даже получается на третьем этаже. Вон. В окне написано. В эту галерею приходят люди только по аппойнтментам. Она очень такая приватная галерея. Тут липа красавица растет, Лор. Смотри, какая липа. Прелесть. Тут же кафешечка вот. Кафешечка какая-то. Маленькая. А вот там, где деревья, видите, это уже Центральный парк. Очень близко здесь. Такая тихая улочка, среднестатистическая, манхэттенская. Дождик закончился. Ой, ужас просто. Закончился дождик. Мы самый-самый дождик пробежали по Центральному парку. Вот тут какая-то еще одна галерея.
Очень так неприметно, правда? Очень неприметно. А это я под зонтиком стою. Нет, а это я под зонтиком стою. И песенки... Нет, 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 Ирочка. Нет, нет, нет. Там, знаешь, там есть у него керамика по 30 тысяч. Внутри мне снимать запрещено. Вот так. Так что, сэ-ля-ви, такая моя жизнь режиссерская, очень тяжелая, я вам скажу. Везде запреты на съемки, везде запреты. Вот Грейсочка нас встречает. Идем в гости к Грейсочке. Я там не снимаю, девочки. Иду. Я быстренько, и все. А потом завернуть налево. Опять дождик начинается. Second Avenue. Second Avenue. So like this, and then Second Avenue left. Ну пойдем. Ой, какие собачки. Разные, 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 разные. А мы ждем такси Uber. Грейсочка с работы вышла, и мы ждем. Мы едем на Uber из Манхэттена в Бруклин. На Uber мы едем. На Uber все мокрые. Под дождем намокли. Сколько стоит доехать? $69, да? Мама сказала, вот это уже дешевле, чем первый. Это дешевле даже, да? Да, чем первый. Но точно мы не знаем, сколько надо потратить времени. Вернее, 49 минут, он сказал, ехать. Мы едем со вторая Эвеню и примерно 79-я улица. И едем мы... Ну, до нашего дома, короче, 49 минут. Это будет стоить примерно с типами, будет стоить где-то $70, я думаю. Посмотрим. That's an hour and a half by subway. Wow, now I know what's New York thunderstorm, Gracie. I learned it today. Yeah. Oh my God. It's crazy. Like out of nowhere. You can all take warm showers. Mm-hmm. Yeah. Yeah, in Hillpool, it's been like, I think 100 down 7 in July for the past week. Mm-hmm. So. Is it heated? Yes, but she doesn't heat it because it costs a lot of money. Mm-hmm. It has a gas heater. She only heated it like on the last day of school for them to have a party. Yeah. Mm-hmm. But it, like, it's expensive supposedly. Wait, they have a pool. Jennifer has a pool. Yeah, yeah. Built a pool. Wow. Yeah, I think they need like a solar blanket. Waste of money. Solar blanket would be nice. I think we should. Сейчас будет пузырь.
никак. Никак. С этой запивачкой никак. Well, like someone just gonna give it back to them. Okay. We cannot stand that company. I can't, you know? Either. Yeah. Okay. So, good. So we need to find out how to get a refund. Mm-hmm. And I think Colombia. Yes. We can sign up on SSOL for automatic refund. Okay, and then a direct deposit. Perfect. Because what I think when we signed up for that, we did. But we did. The card, it was my old debit card, which I don't have anymore. We need to update all that. Как ты думаешь? Как ты думаешь, она говорит. Так, парень, спасибо, довез нас вот на этой машине. Так. Дождь на улице идет, и вот там небо на западе, прям солнышко как-то вот отсвечивается в тучи. А небо желтое же. Небо желтое. Ага. И дождь идет, и желтое, и... Как-то светлеет, светлеет помаленечку, так здорово. Не, на камере не получается. Так вот необычно не получается, но смотреть одно удовольствие, да? Да. Дождик. Мы сегодня так под дождем осветили себя святой водой. Все деревья так задышали. Ой, прелесть.